Здравствуйте, дорогие мои! В морозильнике уже собралось много масла. Каждый день делаю по чуть-чуть. Вот и у меня столько собралось. Смотрите. Сегодня мы делаем топленое масло. Берем сливочное масло. Если домашнее, еще лучше. Это я сама делаю. Если в магазине, то же самое. Берем, порежем. Смотрите, какая она хорошая. Делала одну целый ряд. Сейчас мы берем и вот так посолим. Хорошенько посолили. Идем второй ряд. Берем, солим еще сверху. Второй, третий раз посолили. Еще раз сверху. А мелкая соль подойдет? Нет, лучше крупный соль. Это мелкий соль, они как-то непонятно что. Она даже как... Я солю, его не понимаю. Лучше, конечно, крупный соль. Как сделали наши взрослые старики. Вот так посолили. А соль, она не мешает. Соль это сидит внизу. Когда мы топим, соль вверх не поднимается. Масло будет очень вкусно и будет не соленое. Вы не переживайте. Сейчас вот так крышку закрываем и оставим день, можно и два, но не пропадет. Потом будем топить. До нового встречи! Доброе утро, дорогие мои! Вчера масло посолила. С утра уже посмотрите, какое состояние. Сейчас, вот, смотрите. Сейчас мы кап уберем. Видите, какая прозрачная. Сейчас мы с вами вот это уберем. Смотрите, ну это тоже можно еще пользоваться. Можно очень вкусно готов делать. Но наши взрослые так делали. У нас по-армянские обычаи ничего не пропадет, вы же знаете. Смотрите, какая красота. Так гату хотела армянский круглый света. Наверное, сегодня сделаем. Смотрите, какое масло у нас получается. Видите, на медленный огонь. Посолила, сутку осталось. Вот так красиво, вот так красота. Вот видите, как это вверх пеночка. Вот так. Потом будем гату делать, добавим туда. А внизу то, что останется, можно еще картошку пожарить. Очень вкусно будет. А сколько варить ее? Ну, еще часик пускай варится, чтобы она стала совсем прозрачно света. И все, смотри. Сегодня я живо делаю, а ты тоже научись, да, на будущее, да? Для твоих внуков, для твоих детям. Вот это очень вкусно. Это получается, вы знаете, сейчас все молодежь быстро-быстро на масло сидим. Подсолнечное, не знаешь, что за масло. Вроде сказали, худеет. Люди, наоборот, ожирели. Еще и лечить не вариант. А раньше же наши предки так, вот это натурально. Смотри себе, как красиво. Вот. И никак не болели особо. С красными щучками умирали. А как с этой пенки гату сделать? Очень просто. Когда делаешь гату... Хорис? Нет, не хорис. Это масло же. Мацун, муцун, срета. Сегодня я с мацуном сделаю. А, тесто на вот этом? Да, это на тесто добавляешь. Знаешь, какая она вкуснятина. Так что вот такое дело, дорогие мои. Смотрите, какая красивая. Еще она соберется. Еще через часик соберем. В конце я покажу, как красивая она. Вот так мы пользуем. Ну, сейчас молодые не любят так особо. Но я нет пользую. Дети даже не знают, что я готовлю с этими. Вот и все, дорогие мои. У меня получилось столько масла. Смотрите, я уже положила в холодильник. Морозильники можно хранить, она хранится долго и очень полезно. Так что готовьтесь любовью, дорогие мои. У вас все получится. Смотрите, какая красота. Заготовка зимой.